Добрый день, дорогие друзья! Я вновь вас всех приветствую на своем канале. Ну что, наша рубрика большинству полюбившаяся. Пишите мне замечательные отзывы, что не может меня не радовать. И есть комментарии, на которые можно поотвечать, поэтому буду отвечать и полезное с приятным совмещу повяжу немножко насколько я могу потому что я уже рассказывала что здесь находясь за кухонным столом меня почему-то если я чуток повязала начинает не иметь руки ну видимо как бы неудобное расположение и так далее много причин наверное на это и вот так происходит ну будем надеяться что э -э, хватит подольше и почему у меня сегодня режим говорящие руки потому что я сегодня с утра затеяла небольшие переборки на кухне и надеялась что я к моменту съемки наведу порядок но как всегда переоценила свои силы потому что первоначально, когда задумаешь, кажется, и сил много, и прочее, прочее, но <соспорщик> то с одним поговорила, то поставила стирку, то поставила готовить, то, <соспорщик> то, то это, то пятое, то десятое. И, в общем, время подошло, а я до конца не навела порядок. Поэтому сегодня режим «Говорящие руки». Ну что, давайте начнем. Такое вступление: так, Любовь Захарова пишет: Здравствуйте, Ирина! Очень красивая кофточка, просто сирень цветет. Поэтому я, вот видите, вяжу изнаночную сторону, решила, так как здесь узор, я, естественно, не буду вязать, а вот изнаночную сторону повяжу, и как бы актуально к нашим комментариям. А насчет белой туники можно по утолщенному рядочку прошить, э, разброс, э, прошить разбросать листочки, веточки. Подумайте в этом направлении. Если привлекать внимание, то уж привлекать на все сто. Жаль, если такая прелесть будет лежать в шкафу. Да, прелесть лежит в шкафу уже сколько лет. Ну да, вы меня вдохновили по поводу того, что можно там попрошивать. И у меня уже мысли работают в эту сторону. Что-то я как-то не думала. Ну и если честно, я никогда не вышивала по вязаному изделию. А сейчас это модно, да. Я смотрю, что многие девочки это делают. Может быть, стоит и мне попробовать как раз такая туничка, что даже если что-то у меня не получится, я же ее все равно решила распускать, да? Так что спасибо вам за рекомендацию или за идею. Татьяна Беляева. Здравствуйте, Ирина. Кофточка очень красивая получается. И название тоже надо, чтобы соответствовало. Предлагаю сиреневая дымка. Спасибо вам за видео и болталочки. Смотрю вас каждый день, только пишу редко. У нас на Урале стоит жара, тоже не могу переносить. А в огороде травы полным-полно. Еще и дрозды одолели. Стригут капусту. Так мы с соседкой приноровились, высаживаем под отрезанные пятилитровые баклажки. Но нынче стоит жара и несколько штук погорело. А я себя утешаю вязанием, вяжу внукам носочки и пледики. Всего вам доброго, крепкого здоровья вам и вашим родным и близким. Очень вас уважаю и ценю каждую минуту, проведенную с вами за болталочками. Можно и любимый голос послушать, и полезные советы принять сведению, и отдохнуть, и повязать. Удачи вам и взаимопонимания с вашей вязаной музой вяжите и вдохновляйте нас. Еще раз спасибо, мира, добра и солнца всем. Да, друзья мои, у тех, у кого нет солнца, я вам очень его желаю, потому что на самом деле, ну, как бы в этом году, наконец-то, я живу, и, наверное, не устану это повторять, потому что моей радости нет предела. Столько лет я страдаю и зимой, и летом от этой жары. А нынче, вот как белый человек, у меня прям супер-супер. И вязать могу, ничто не мешает. Единственное, что э ночью, конечно же, вот, я не знаю, надо над собой как-то работать. И, ну, как работать, я тоже не знаю. Мне уже Наташа говорит, Ира. Ты на балкон открывай э, дверь, ой, ну окошко на балкон открывай, на балконе закрывай. Я говорю, так это же, э, буду я охлаждать улицу. Она говорит, ну выбери, что тебе дороже, здоровье или <laughs> раз у тебя говорит там что-то на, на уровне психологии. Ну что-то такое в голове, видимо, у меня, потому что у меня и зимой, и летом окно открыто. На проветривание. И когда я закрываю, то у меня получается, я как бы дышать мне нечем, и все как замкнутое пространство. Не знаю, то ли я себе там где-то чего-то в этом смысле нарушила, или сама себе напридумывала, кто его знает, не знаю. Спасибо вам большое э, за то, что вы там рассказали. А вот по поводу того, что птицы любят все все любят вкусненькое и конечно же когда там они летают и нас не трогаем мы восхищ... не трогают мы восхищаемся и со стороны конечно на них хорошо смотреть но когда они вредят то это не есть хорошо. Саранча у меня, я вчера наблюдала, у нас сейчас, видимо, из-за того, что жара, и вот она, я что-то как-то раньше не замечала. Может, она и была, но как-то она меня не трогала. А это вышла на балкон, а их там аж три летает. Хотя у меня днем-то закрытые окна. И сетки вроде бы я уже сделала. Но они, ней я обратила внимание. Представляете, вот она ползет по этой сетке и туда под крышу, ну, под верх, под самый верх. А там, наверное, где-то есть место, щель, может быть, что э, три штуки как-то же залезли ко мне. Вот. И, естественно, я их половила. Но жутковато было, как она прыгнет на тебя. И прямо, ой, я их вроде не боюсь, но как-то неприятно. Так. А это у меня тоже кофточка без названия. Тоже я вас прошу, давайте придумаем. Ну, что-то я в прошлый раз попросила, практически названий не было. А вот по поводу сирень мне предложили фиалка назвать. Красивое имя. Но это вроде как кардиган. Если кофточка фиалка, то может быть. Ну, в общем, пока еще я в раздумьях, как назвать. Спасибо вам за комментарий. И следующий комментарий Вера Лазуткина пишет, что назвать сирень можно, да. Ну, не знаю. Посмотрим. Лариса Грачева. Здравствуйте, Ирина. Очень красивая белая кофточка. Был проделан колоссальный труд. Распускать было бы обидно. Вкусы всех разные. Я, например, попыталась бы эту полоску обыграть, пропустить по ее краям люрексом аккуратные дорожки швом вперед иголка от оборочки к этой полоске вышила что-то типа колосков, не крупную вышивку в цвет кофточки или постельными светлыми нитками. Использовала мелкие поетки или бисер. Даже бахрому редко так ненавязчиво можно сделать. И еще что? Кофточка или еще что? что-то, наверное, хотели написать. Кофточка прелесть, здоровья вам и творческих успехов. Ваша французская кофточка у меня ассоциируется с двумя названиями «Фиалка» и «Летний вечер». Вот «Фиалка» несколько человек предложили мне название. И знаете, у меня же здесь под под окнами же там посажены цветы. И там я видела тоже фиалку. И именно такого цвета, как у меня кофточка. Что-то я тоже склоняюсь больше назвать э, фиалка. И э, мне еще предлагали французскую сирень. Французская сирень, потому что кофточка-то французская. Ольга Антонова, Ирина, добрый вечер. Кофточка получается красивая, узоры подобраны великолепные, а название просто лавандовое, цвет изумительный. Вот, пожалуйста. У меня не было названия лавандовое. Спасибо вам большое, Ольга. Сиреневый туман. У меня есть была кофточка «Сиреневое утро». Это предложила название Наталья С. Спасибо вам большое. Вот огромнейшее спасибо всем, кто мне ответил на комментарии и на мой, мой такой клич да, по поводу названия. Меня очень радует, что на Дзене стали больше писать комментарии, потому что на Ютубе хоть как-то писали, а на Дзене вообще не писали комментарии, но теперь. Мне нравится, что вы подключаетесь к диалогу и на Дзен. Спасибо вам огромное. Так, Ольга Бурлуцкая, Ирина, я бы к черной добавила какие-нибудь шишибрики с люриксом или без люрикса, но контрастный и получится красивый летний базовый топ под накидку или рубашку. Они недорого на выбы стоят. У, меня, у Оли и первой есть кофточка Альма. Она очень интересная. И рисунок ажурный, красивые рукавчики игривые. Но мне там особенно спинка понравилась, как спасение от Спасибо вам большое, Ольга. Дело в том, что... Я же эту черную хочу как домашнюю кофточку, понимаете? не не на выход. Я уже рассказывала о том, что э, у нас такая жара стоит, что никакие топы не помогут, и тем более, если еще сверху что-то одевать. Рубашки у меня есть несколько вариантов есть, и знаете, не только рубашки, есть прям э, такие у меня э, тонкие еще с тех времен, когда я работала. Э, не знаю, может шифоновые, может еще такое по, по типу э, кардигана летнего ну, есть, но это одевать только э, в межсезонье, в летний период это нереально одевать и носить, поэтому э, то, что вы предложили э, добавить там шишибрики и, или еще что-то, я это тоже обдумываю, потому что, конечно же, черное, если одно вязать, то это смерть глазам, да, извините за такую фразу. Вот, но, честно, не знаю, буду пробовать, черный цвет мне нужно повязать. И как раз почему я хочу черный, ну, потому что для дома... Самое нормальное. Кстати, мне без разницы. Мне хоть светлый, хоть темный. Сейчас столько средств всяких разных, что даже на белом отстирывается лучше, чем на темном. Да? Но так как вот я накупила этих черных ниток, я не знаю, для чего я их столько купила, то мне, в принципе, надо их куда-то извязать. Даже если я свяжу этот топик, то у меня еще останется. И вчера опять мне пришла уже мысль, может быть, все-таки мне завязать покрывало еще одно именно с пиона, так как у меня много его и разного, там за глаза хватит на приличное покрывало, у меня, я не знаю, сколько там килограмм этого пиона. Я, конечно, не в один день покупала, а Ходила, как только ходила в магазин, так и покупала по, по упаковочке. Ну и напок напокупалась. <с> в общем, пиона у меня предостаточно. И у меня была задумка изначально связать из пиона какой-то там плед или еще что-то. Но вот я сейчас смотрю. Ну, этот опять сняла, покрывала здесь на кухне с диванчика постирать. А вот сейчас бы, пока он там высыхает, это покрывало, накрыть бы другим каким-нибудь, да, вот на сменку. И, и тем более, такой бы летний вариант, да, это вот был бы зимний, а то летний вариант, ну, который буду вязать, да. И я уже решила, думаю, надо бы посмотреть еще раз. У меня в архиве же много подборок разных там мотивов и. Именно прям есть папочка для пледа. И, в общем, надо посмотреть, что к чему там. И, может быть, выберу и потихонечку буду вязать. Так, Любовь Иванова пишет. Сиреневый туман. Вот видите, уже два человека предложили. Сиреневый туман. Спасибо вам большое. Валентина Семеновна, турецкая сирень, пишет, я выписывала кавказскую пряжу. И вот цвет сирени с краснинкой или насыщенный, но есть же бледный сиреневый. А твой э, белый свитерок в стиле боха я видела на тебе в видео. Я обалдела. Жаль, что ты не показала, не показала сейчас. И хочу сказать, что та полоска как будто вставлена специально, чтобы отделить вязание от оборок. И она внизу, ну ни грамма не портит ничего. Но такая красивая, что слов нет. Никак забраковать нельзя. Вот я тоже одену на себя, посмотрю, вроде бы нравится. И так, и этак я покручусь, ну прям, я же стиль Бога, это моя любовь любовная. И, ну, не знаю. Вот, вот эта полоска, все равно, я, она вот меня смущает. А, Галина Пономаренко пишет, Ирочка, кофточка обалденная. Мне очень понравилась. Спасибо. И вам спасибо большое, что свое мнение написали. Марина, не щадим лаванда или сиреневое настроение, а может и прованс, так как это французская кофточка. Ой, спасибо вам большое, столько названий накидали мне. Осталось все по полочкам сгруппировать. Людмила Фоми... Фомичева. Я три дня с давлением валялась под 200, тоже было жарко 33, или правда на жару такая реакция организма? Ну вот, если честно, я не знаю. Вот там мне, опять же, написали, что я без Панамы хожу, поэтому мне напекло. Я не думаю, что за пять минут, которые я прошла от своей квартиры до магнита, мне напекло. Потому что большую часть из того, что я шла, я еще и шла по тенечку. Вот, это вот такая реакция у меня на духоту. Я вообще не могу... Жару переносить, потому что у меня на нее аллергия. Вот. И я, знаете, друзья мои, вот честно вы можете не верить, но вот буквально только вчера сидела и думаю, боже мой, как же я болтею Вчера вечером даже подзамерзла. Уже часов шесть я отключила кондиционер. А потому что, ну, так остыла квартира, хотя я вышла на балкон, но на балконе была жара. Представляете? Ой, так что я вам очень сочувствую. Я знаю, что такое терпеть эту жару невыносимую. Я смотрю одного блогера, женщину. Она живет где-то недалеко от меня, и она э, с вентилятором. У меня тоже есть вентиляторы. Как-то в прошлом году мне писали, что вот с вентилятором прекрасно. Я не знаю, как прекрасно с вентилятором, честно. И опять же, сегодня вот Наташа рассказывала, я ей же тоже <laughs> хвастаюсь и говорю, что я в этом году балдею. А у нее в каждой комнате стоит кондиционер. Еще когда муж был жив, они там поставили. Ну и была возможность, когда муж был жив, а теперь же она на пенсии сидит и все. Я говорю, Наташа, ну, по крайней мере, я читала, и мне все время говорили, что когда включаешь, он работает как режим холодильника. То есть у меня он включен, у меня стоит 25, стоит на авто. И я сама лично слышала, что он раз сильнее зашумело, Потом через какое-то время раз и сразу тишина. То есть он пошел на, на малый ход, то есть нагнал температуру и пошел на, на малый ход. И я, конечно, не знаю, посмотрю, сколько в этом месяце придет мне квиток, но я думаю, что не больше, чем я плачу за отопление. Я больше, чем уверена. Вот. И я начала к тому, что Наташа мне говорит, о, Ирина, где ты была раньше? А я зашла в одну комнату, там отключила, зашла в другую, там включила, там отключила. А так, говорит, включила один, он у меня, говорит, молотит на все комнаты, прохлада, говорит, кто не зайдет, все говорят, ой, как у тебя классно. Я говорю, ты столько лет жила и не знала, что так можно сделать. Ну, вот так вот. Не зря говоря, век живи, век учись. Так. Наталья Юнык. Ирина, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, куда можно отправить фотографии моих э, вяз, вязан, вязаных работ для рубрики Ваши замечательные работы? Заранее спасибо. Друзья мои, все, кто хочет отправить мне свои работы, Значит, под видео есть ссылки. Там у меня все мои соцсети. Есть почта, почтовый мой ящик. Куда вам удобно, туда отправляйте. В Телеграм, в Контакт, в Одноклассники, на почтовый ящик. Я везде смотрю, и мне присылают отовсюду. Так что, пожалуйста, я уже неоднократно рассказывала, как можно найти информацию под видео. На компьютере, если вы смотрите, то нужно нажать, ну и YouTube, если смотрите, нужно нажать на слово «Еще», и вам откроется информационная панель, и там много дополнительной информации. А на телефоне галочка черненькая сбоку, и там тоже откроете и дополнительная информация. И точно так же и на Дзене я проверяла все все работает, мне там говорили, нет, не, не видно, не работает. Я проверила все, как я говорю, так и есть. Так что, пожалуйста, я рада всегда вашим фотографиям с работами. Галина Филимонова. Да, какой у вас богатый магнит. Э, у нас заходить даже не хочется. Убогий магазин, кассиры сидя, спят на ходу. Ваш больше похож, как у нас глобус Московская область. Но, если честно, у нас до этого был, ну, такой тоже, ну, не знаю, мне не нравился. А потом, я не знаю, то ли, ну, как, может, директор поменялся, может быть, еще что-то. Я, честно, не знаю, сделали ремонт, и такой шикарный. Я каждый раз хожу туда и говорю же, каждый раз, как музей, это малое толика, чего я вам показала. Там каких только овощей нету, каких только фруктов нету. Ну, я время от времени это показываю уже, да. Но в каждом видео показывать вроде бы не хочется. Хочется для разнообразия, ну, как бы, чтобы разные показывала. Сколько там заморозки, прям целые ряды холодильных камер, и там лежит. Ой, это вообще, я же говорю, каждый раз хожу, если у меня есть время и желание, ну, как, конечно, как в музей. Все, что хочешь, можно купить. Если есть, я, например, наблюдала, как мужчина подошел, и вот Камамбер, по-моему, так сыр называется там. 100 грамм этого сыра, и он стоит где-то 200 рублей. Ну, в районе 170 чем-то, короче, он стоил. Он подошел, 5 штук взял и, и пошел. А мужчина такого возраста примерно, как я. Вот. Ну, с другой стороны, вот так вот посмотришь, ладно, 1000 рублей он, к примеру, отдал, да, за этот сыр. А если вот что-то другое, сколько это стоит? Ну, если сравнивать с чем-то, то, конечно же, ну, я и так подумаю, и так подумаю. Нравится, наверное. А он вкусный, кстати, этот сыр. Я как-то брала его. Так, Раиса Т. Здравствуйте, Ирина. На круглой кокетке у вас 22 рапорта. Ой, честно, не помню. Не помню. Так, начало у меня. Вот оно. И давайте посчитаем вместе. Так, надо как-то э зафиксировать. Получится у меня, не получится. Где-то у меня здесь был маркер. Вот он, вижу. То я все унесла туда, в комнату. Так, считаем один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, не двадцать два, а двадцать. 20 на 8 160 петель. Все верно? Да. Я знаю точно, что здесь у меня 8 петель в рапорт. И, знаете, мне прям хочется еще раз. У меня есть такая пряжа такого бутылочного цвета. И серебро. Я Юли вязала топик, да. И у меня осталось, я так добрала и ей, и себе. И хочется еще одну такую кокетку связать, но я не рискую. Ну, я имею в виду другого плана, но как мне нравится, я не знаю, после стирки останется так же или раз, разровняется. Вот посмотрю, что будет после стирки, как поведет себя эта пряжа. И если что, то еще одну круглую кокетку начну вязать. Конечно, другую, но прям хочется мне. Потому что на самом деле вот ажур в этой пряже вяжется на ура. Лицевая гладь, конечно, не совсем. Но ажур просто прекрасен. Так, ответила вам Раиса. Валентина Семеновна пишет. Жить, как живут все. В магазин нужно сходить, приготовить еду, убрать и обязательно повязать. Вот и день прошел. Ты устал, хочешь одобрения и поддержки, но получаешь совсем другое, чего ты не ожидал и не заслужил. Это уже ваши проблемы, дорогие подписчики. Если придя на канал, вы, вы хотите, чтобы блогер жил по вашим правилам, а он не хочет. Спасибо вам, Валентина Семеновна. На самом деле, друзья мои, тоже, вот я не знаю, вчера что-то на меня напал такой философский момент. Вязать отключила 8 часов вязания, смотрела сериал, но он что-то меня не очень впечатляет. И я гоняла мысли, как говорится, да, думки и думаю. Вот день за днем просто летит. Вот просто летит. Я не успеваю. Я вот только глаза закрыла, уже открывая по новой. И у меня одно и то же каждый день. Вот одно и то же Встала к, к, к этому к компьютеру: завтрак, э, ну, мыльно-рыльные процедуры, завтрак, э, уборка в квартире. Э, раньше ж выставляла утром видео, а теперь вроде бы более-менее вечером грузится. Но пока грузится, думаю, повыставляю я вечером. Вот, чтобы себе время сэкономить, потому что я, конечно, разрываю, если и утром, и вечером выставляю, это много времени занимает. Вот, и получается, туда-сюда и тень уже вечер. Уже ложиться по новой надо. Я сегодня в 5 часов утра встала опять. У меня поменялся очередной раз режим. Зимой я вставала в 6 часов, теперь встаю в 5. Получается, у меня биологические часы там внутри сами перевели меня на такой сон. Вот, ну, я вот, если рано просыпаюсь, я себя более бодрее чувствую, если, допустим, подольше сплю. Почему-то я тогда себя не могу собрать в кучу, как говорится. У меня вот работоспособность с утра. И я прям с утра много сегодня чего сделала. На балкончике немного навела порядок. И как только я начинаю там где-то какие-то переборки, у меня куча идей. Вот куча идей. Я прям не знаю, хоть не перебирай ничего. Так, Любовь Захарова, здравствуйте, Ирина. Да, жизнь прожить не поле перейти. Наша на... На... так, нашей наивность пользовались свекровью, нашей наивностью, наверное. И Бог им судья. А вам дай Бог здоровья и благополучие. Спасибо за рассказ и видео. Ага. Это к э... Комментарий к видео, какая же я была наивная. Там я рассказываю про свекровь. Рассказывала про свекровь, как я была молодая, и вот вышла замуж, и она меня на стройку отправила, чтобы я зарабатывала квартиру. А я как бы считала, что это в порядке вещей. Здоровье там оставила. Так, ладно. Так, Татьяна Борисовна пишет. Добрый день, Ира. Да, сейчас все стали спецами по питанию в направлении похудения. А вот когда действительно человеку нужна диета с учетом всех заболеваний и обязательно учитывая во внимании анализы крови, химический состав продуктов, а также состав лекарств, которые человек принимает, то тут все спецы сдуваются, как воздушные шарики. А суммировать углеводы, жиры и белки мы и без них умеем. Мы-то уже все понятно. Мы-то уже все понятно. Но становится страшно за но становится страшно за детей и внуков. Так, еще раз. Мы-то уже все понятно. Но становится страшно за детей и внуков. Ведь дело не в диете, а в продуктах. Изобилие мясных и молочных продуктов на прилавках с каждым днем растет. А где эти коровы и свиньи? Чем их кормят? А кондитерские изделия. Глаза разбегаются. Но мы же все понимаем и все равно покупаем. Овощи тоже не лучше на сплошных удобрениях. Так что наука химия. Только вредит э, вред, принесла человечеству. Вот над чем специалистам надо работать: как вернуть натуральные продукты, чтобы люди здоровее были, но невыходно же, нужны доходы от аптек. Да, друзья, вот э, на самом деле мы сами на это идем, э, ищем, что подешевле нас к этому приучили. Да, ну, наше поколение такое. Вот. И вот сколько раз можно же, вот ходишь ты в магазин, что-то покупаешь, да, можно же почитать даже на той этикетке, какой там состав, да, и мы же прекрасно понимаем, что если это выращено, сколько затрат на то, чтобы вырастить, скажем, натуральное что-то, да, но мы хотим вот это натуральное купить за 5 копеек. А это же понятно, что там за 5 копеек намешано все, что на тебе, боже, что мне не гоже, да? Вот, так что да, Татьяна Борисовна, я с вами согласна от и до. Всякие чупа-чупсы, кока-колы, чего только нет. Детки только рождаются, и сразу уже на сладкое, там и сахарный диабет, столько детей уже... Чуток подрастает и уже сидят на инсулине, как посмотришь, и без зубы. А почему? Потому что мало того, что родители у них там и иммунитет ослаблен и все остальное, так и еще и когда уже они родились дети, то сразу их сажают на это все. Ой, все верно за детей. Конечно же, я смотрю, Максик жвачку жует. Я говорю: ну что же он у вас жует жвачку? Говорю, это еще успеет нас жеваться. Ну, Они... мне дочь говорит: ты нас воспитывала, мы выросли, мы сами воспитаем своего ребенка. Вот и все, весь разговор. Позднякова Елена. Ирина, добрый день. Какой у вас шикарный магнит? А у нас в Липецке только магнитики какие-то. Насчет образа жизни и питания вы все правильно говорите. Я вот очень люблю сладкое, никогда от этого не откажусь. Правда, пока здоровье позволяет. А мне 70 лет, и при росте 78 мет, 178 сантиметров я вижу, веш, вешу. Господи, язык уже заплетается, простите. Я вешу 78 килограмм и считаю, что все нормально, каждому свое. Вам здоровья, отличного настроения и хорошей погоды. Я вот, кстати, говорила уже неоднократно, друзья мои, зайдите на мои видео семь лет назад, посмотрите, как я выглядела там. Ну, какой, какой вес у меня был там, и какой сегодня. Я не на, ну, конечно, я постарела, а ну-ка, все-таки семь лет прошло, не помолодела, естественно, но сильно я изменилась в весе. А я семь лет э, ни в чем себе, как говорится, не отказываю. У меня, я уже рассказала, рассказывала же, что когда э, вот этот э, период климактерический начался, я на 20 килограмм поправилась, но я не только с этим связываю, связываю с тем, что у меня две операции произошло, потом меня посадили на гормоны из-за того, что у меня это заболевание началось, и так далее, и так далее. Я до сих пор и пользуюсь гормональными кремами, и таблетки пью, и уколы от аллергии на гормонах колола. Откуда я буду худой? Да и вообще у меня гены такие. Вот. И, ну, конечно, я знаю, что я что-то лишнее съедаю. Но я, если я сегодня что-то лишнее съела, то через ну, два или три дня я себе делаю разгрузку. Вы же со мной рядом не сидите. А то, что я показываю, да, да, я показываю, да. <laughs> затравочку вам делаю. Но я это люблю. И люди те, которые могут себе этого позволить, почему они не могут посмотреть, какие замечательные пирожки у меня получились? Да, может они не себе, а детям приготовят или внукам, да, порадуют? Ну, не знаю. <laughs> может, я и не права. Но я, знаете, вот в магнит ходила, этот батон провансаль я купила, но никакие ни донаты, ни булочки, ничего, даже пирожок со смородиной и яблоком я не покупала. Прошла мимо, потому что у меня пирожки есть в холодильнике, в морозилке. Так, Ирина, все правильно делаете, пишет. Вера Камшилова. Спасибо. Нина Ножнова пишет. У нас неделю была жара 32 градуса. И то в тягость. Меня спрашивали после поездки к дочери на Кубань, хотела бы я переехать на юг. Я отвечала, что не хочу из-за жары и привыкла к Уралу. Самый хороший климат. Вот сегодня немножко уже спадает жара. И уже приятно. Я летом хожу в шляпах вязаных из хлопка. А идет или нет, мне все равно. А идея с зонтиком хорошая, но опять же, руки занимает. А нам в руках надо что-нибудь донести. Крепкого здоровья. Да, все правильно, Нина. Мы же как по необходимости идем куда-то в наше время, да? Я очень редко хожу просто так, допустим, вышла и прошла, прогулялась. А так в основном по делу уже хожу. То туда, то сюда. Так, спасибо, Нина, что написала свое мнение о нашей жаре. Елена Давыденко. Да, конечно, я тоже никогда не одену шляпу в городе, на огороде, на пляже с удовольствием. Кому хочется и нравится, да, пожалуйста, хоть спите в шляпе. Зачем навязывать свое мнение? Каждый живет так, как ему хочется, носит одежду ту, которую считает нужной. Это, конечно же, мое мнение. Спасибо, Лена. Я согласна с твоим мнением однозначно. Татьяна Борисовна, добрый день, Ира. Теперь вам сказали, что срочно надо одеть шляпу. Но когда ж люди научатся просто говорить за себя и навязывать другим? Но почему вдруг мне срочно должны одеть головные уборы? Почему вдруг все срочно должны одеть головные уборы от солнца? Мы живем не в пустыне, не в поле, не в огороде, а многие из нас в малых городах и даже очень больших. Здесь не так часто встретишь людей с головным убором. У нас достаточно деревьев, строений, дающих тени даже в самую жаркую жару. Есть возможность пройти там, где более комфортно. Я никогда не одену шляпу в городе, потому что для меня шляпа и кепка – это пляжный вариант. Вот на море с удовольствием покрасуюсь. Ира у вас, Максимка, забывает, так у вас Максимка забывает шутку здороваться, а у меня внучка пять раз позвонит и поздоровается. Да, вот так вот детки такие разные. Нет, вчера звонил, говорит, бабушка, привет, как у тебя дела, ты чем занимаешься? Ну вот раз на раз не приходится. А когда я напоминаю, что мы уже с тобой сегодня поприветствовали друг друга, она заливается от смеха и снова здоровается. Я тоже начинаю смеяться. Вот такие шутки растут. Шутники растут. Удачи вам. Спасибо вам большое, Татьяна Борисовна. Шикарная ковтейка, пишет Елена Давиденко. Ой, что-то я как-то уже Елена Давиденко тоже пишет под другой, где я показываю свою Паулину, что тоже шикарная кофтейка. Елена Денисенко, Ирочка, спасибо тебе за твой труд. С тобой я начала вязать реглан сверху и даже связала реглан погон. Здоровья тебе! Удачи, добра, благополучия и, конечно, ровных петелек. Спасибо, Лена, дорогая. Мне очень приятно, и знаете, вот когда я слышу, когда мне пишут, что со мной начали вязать крючком, что со мной связали впервые реглан, реглан погон и так далее, у меня сразу аж бабочки в животе летают. Вот вы не представляете, какие я эмоции испытываю в этот момент. Я ж вообще эмоциональный человек. Ну, вот так воспринимает мой организм такие комментарии. Татьяна Щапина. Ирина, здравствуйте. По поводу идет, не идет, моя бабушка мне говорила, когда я ей рассказала, что платье мне не идет. Ты выйдешь, пойдешь, и оно пойдет. Шляпа вам просто мешает, а к ней нужно привыкнуть. Я их ношу с молодости. Мои подружки по университету говорили, что... И через много лет узнает меня по шляпке. Все, все разные. В шляпке даже образ меняется. А к ней нужно платье и юбка. А вы в силу своих особенностей носите брюки. Носите то, что считаете нужным и приемлемым для вас. Сколько людей, столько и мнений. Здоровья вам и всего самого доброго. Я с вами согласна на все сто вы вот прям как говорится с языка сорвали что э ну образ должен быть дополнен да вот если кому-то действительно необходима эта шляпка и прочее кто-то даже не представляет себя без этого э то конечно если вот с молодости человек носит шляпку, то это равносильно, как выйти на улицу, вот как мы, допустим, если сейчас выходим, и телефон с собой не взяли, забыли, это как будто бы чего-то не хватает. Но раньше же мы ходили без этих телефонов и жили как-то, ничего страшного не было. Так, Елена Давиденко, Ира, привет. Смотрю, вернее, слушаю тебя на Дзене. твои работы очень хороши. Да, у меня, -то, у меня тоже очень много идей в голове, но где взять время. Катастрофически не хватает. Сейчас вяжу скатерть из отдельных шестиугольников соединяю в процессе последнего ряда крючок 06 нить, нить очень тонкая лена но ну ты прям героиня крючка 06 это вообще получается очень нежная красивая у нас в тундре в заполярье еще холодно 5-7 градусов тепла Смотрю на твою жару и так хочется погреться на солнышке. Но, увы, теплые бушлаты еще не снимаем. Здоровья и мира, мирного неба, а также продвижение канала. Спасибо, Лена, дорогая. Огромное спасибо. Да, я с Леной общаюсь время от времени. Вот она рассказывает, она там работает фельдшером на какой-то буровой вышке, Да. И когда она рассказывает о том, что у них там такие метели, ветра, что э, вот там вагончики у них стоят, и по понад... вагончиками, э, 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 ну, типа тросов, что они одевают на себя ремни с цепочками, и этой цепочкой цепляются за этот трос, и пошли. Кто в столовую, кто еще куда-то е... говорит, что были такие случаи, что когда люди там не успевали прицепиться или, может, специально не цеплялись, то весной находили их в лесу. Ну, там, где, куда их унесло. Представляете, какие ведра у людей. И вот живет человек там, не, не живет, а работает. Ну, у каждого свои цели, проблемы. Она уже на пенсии, но необходимость еще работать. Жизнь заставляет. Ольга Андре... Андрякова. Здравствуйте, Ирина, решила поделиться своим методом избавления от рядности. На шерстяной пряже почти без проблем с рядностью, а вот хлопок и полухлопок, Лен, Вискоза и так далее просто беда. Я провела испытание, вязала одинаково и лицо, и изнанку. Имеется в виду вязание не в круговую в изнанке петли плотно ложатся, а в лице слабо, в итоге рядность. Решила привязали не лицевых рядов нитку подавать на спицу плотнее, а изнаночные ряды натяжения нити, ты, нити оставлять прежние. Иногда забываясь и тоже вяжу плотнее и, конечно, рядность. И вы знаете, о чудо, если следить за этим, рядность заметно уходит. Попробуйте, может вам мой метод поможет. Спасибо за внимание. А вам спасибо за то, что вы у нас есть. Всего вам доброго. Ой, спасибо вам большое за такие слова. У меня аж мурашки побежали. Спасибо вам за то, что вы у нас есть. Ну, прям сегодня я получаю э, допинг. Допинг. От ваших э, приятных комментариев. Так приятно. Э, и, конечно же, спасибо, что вы поделились своим опытом. Э, я чего только не пробовала. И э, вяжу-то, я в основном, видите, не поворотными рядами, а в основном вяжу по кругу. Поэтому у меня каждый раз натяжение нити меняется, еще же, видите, Проблема еще может быть в чем? Потому что вяжу несколько изделий, и эти изделия вяжу на разных спицах. То есть на спицах номер 3, 4, 2,5 у меня есть процесс, да? И получается, где-то нужно вязать поплотнее, а где-то я могу свободнее. И если я, допустим, там вязала, вот скажем, вот здесь у меня 4, Здесь я вяжу свободно и знаю, что у меня здесь рядности нет, не заморачиваясь над, над тем, что какое натяжение нити там все устраивает. Но вот, тут, вот этот капризный проект, конечно, можно каждый раз вот так вот подтягивать петли, но тоже хочется связать в удовольствие. Ну, это, конечно же, неправильно, то что не слежу я за этим. Значит, у кого-то из девочек я видела, рассказывали, что, значит, да и, по-моему, в комментариях мне писали о том, что эти спицы менять, то есть одну тоньше, одну толще брать спицу. Ну, это когда спицы разъемные, да, их можно сделать разные. Но пока что проблема остается. Так Юлия саламатова после стирки рад... рядность сохранится, отбила охоту вязать из этой пряжи слишком разрек... разрекламирована. Ну может быть вы и правы, что ее разрекламировали эту пряжу, но на самом деле у нее состав хороший. Это первое. Второе. Вот у меня же дочь уже сколько лет носит эту кофточку серебро. И она каждый раз ее одевает. И она нисколько не поменялась а ни внешне, скажем, нигде. Ни закаток у нее там, ни затяжек, ничего. В общем, ей нравится до сих пор. Она очень часто носит ее. Ну, Но есть вот проблемы. По вязанию. Ну, вот есть такая пряжа, которая, скажем так, проблемная, но в носке она суперская. Так, Светлана Мартюшина. Всем, всем доброго времени суток. Нулевой реглан тоже еще не пробовала, но смотрю, многие вяжут. Хочется попробовать, только, скорее всего, заморочусь зимой. Сейчас деревенские дела одолевают. Как раз буду внимательно слушать ваши, Ирина, выводы по его вязанию. У нас на Алтае заморозки резко пришли в дожди. А, заморозки резко перешли в дожди. Прям заливала, а сейчас стоит жара до 40 градусов, уже четвертый день. То накрывали рассаду, чтобы не замерзла, а сейчас, чтобы не погорела. И дожди ожидается только к концу недели. Но поди немного сбавить жара. Удачи вам в вязании и всего самого наилучшего. Спасибо вам большое. Ой, да, жалуются все дачники, говорят, что в этом году урожая не будет, потому что вот такая проблемная погода в этом году. Но костный год, кто-то, ну, я не знаю, я не специалист, но мне... Вот там некоторые говорят, я же не одна вот это выдумываю, а общаюсь и говорят, что высокосный год, вот поэтому вот так вот. Ну, не знаю, честно. Так, Валентина Семеновна пишет. Нулевой не вязала, а вот ленивый реглан у меня получился. Связала из махера. Там 240 грамм всего, но очень нравится мне свитерок. А вот на кофточке спинка свободная получилась. Можно было распустить до подрезов и выточки на спине сделать. Но я полосатила ее и хеликсом вязала, то не стала заморачиваться. Может нулевой и ленивый одно и то же. Посмотрим, что у Ирины получится. И тогда я еще свяжу. Очень нравится, что без расчетов нет нулевой и ленивый. Это разные. Это разные виды реглана. Ну, насколько я знаю. Так, Надежда Пудовкина пишет, это не рукотворно, супер. Это к тому видео, где я показала свою кофточку по мотивам скатерти, весеннее настроение. Спасибо вам большое. Так, Наталья Ка, добрый вечер. Чудесно с вами повязала. Я домоседка, наверное, потому что живу на берегу Балтийского моря. Чему очень рада. Удачи вам и здоровья. Я сегодня разговаривала с Наташей и говорю, Наташа, то ли мне взять, э, подсобирать денежку и там в июле поехать отдохнуть хотя бы на Дону, снять этот домик на несколько дней, сменить обстановочку и так далее. Она говорит, Ира, а ты узнавала цены? Говорит, я узнавала, у нее уже скоро Кристина приедет опять в отпуск. Говорит, она хотела, ну, чтобы все, все выехали, ну, то есть Дима со своей семьей, Наташа, она, и снять домик, и там на Дону побыть какое-то время. Говорит, Ира, Беседка от 4 тысяч до восьми, говорит, зависит от количества человек. Говорит, домик 6-7 тысяч, говорит вот на нас, допустим, на нашу семью. Там, ну, говорит, если вот там вот я, Кристина, говорит, Саша, внук, это нас три человека, три спальных места. И, говорит же, Дима, там это говорит, вот от 4000 и выше тоже. Ну, в общем, говорит, позвонили, поузнавали и решили, что нет, лучше поехать, говорит, на море. Ну, вот так вот цены. Говорит, приезжает к нам с севера, ну, имеется в виду на базы к нам и москвичи, и с севера, и отовсюду, и цены, говорит, задрались. Базы-то у нас хорошие. Вот. А у меня здесь и Цимлянское море, и э, река Дон, и залив у нас вот здесь есть вода, и еще есть сухая балка, по-моему, или я не помню, как название реки. Ну, в общем, есть и Волгодонской канал у нас здесь. Валентина Семеновна, вот такое интересное видео, да, повязать. Но я так устала сегодня, что слушала тебя в лежачем положении, но не спала. И ни в одном глазу не было дремо... дремоты. Меня нет под тем комментарием, где 11 человек пальчики поставили. Я всегда внимательно смотрю. И потом не переспрашиваю. Если что-то мне должно в скорости пригодиться, то пересылай себе в избранное на моем канале. Спасибо, Валентина Семеновна. Лена Денисенко, Ирочка, здравствуйте. Спасибо за видео. Те, кому ты не нравишься, видимо, просто завидуют. Ведь ты свои мечты воплощаешь в жизнь, пусть и в кредит, но ты сама его отдаешь и ни у кого денег не просишь. А если не нравится, что и как ты делаешь, то все люди разные, у всех разные понятия о жизни, о том, что и как делать. Ведь и говорят, все по-разному и детей воспитывают в каждой семье по-своему. Ирочка, тебе крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, процветания, легких петелек. Спасибо, Лена, за поддержку. На самом деле, да, вот, друзья, вот тот, кто со мной давным-давно на канале, тот, наверное, знает, что, ну, и следит за моими влогами что я постоянно все покупаю и покупала в кредит. Один кредит выплачиваю, другой влазию, один кредит выплачиваю, другой влазию. Но, друзья мои, вы же вы разве не видите, сколько я всего делаю для того, чтобы заработать мне на этот кредит? Разве я мало делаю, а? Но вы не, об этом не, не подумали? что столько я труда вкладываю своего времени и всего прочего ну ладно не будем так что у меня тут по времени ну все друзья мои значит на на ютубе отвечу в следующий раз на комментарии с ютуба потому что у меня получается час, только я ответила на Дзене, потому что два дня я пропустила ответов на комментарии, и комментарии подсобирались. Вот, дорогие друзья, я хочу вам всем пожелать хорошего настроения, самое главное, работоспособности, несмотря ни на что, потому что движение – это жизнь, да? Мне постоянно об этом все говорят. Я все это прекрасно сама понимаю. Но на самом деле э иногда здоровье не позволяет двигаться. Иногда лень, матушка, бери бежит поперед нас. Да. Но как можем, так каждый, э правильно Лена сказала, э сам свою жизнь организовывает. И мы уже в том возрасте, что нас учить уже поздно, да? Мы сами можем друг друга научить. Хорошего вам настроения, легких петелек, если вы вязали. Ну и чтобы все напасти вас обходили стороной. Желаю всем мирного неба над головой. Ну и прощаюсь с вами совсем ненадолго. До новых встреч, до новых видео. С вами была Ирина.